Всем привет, девочки! Сегодня у моей принцессы день рождения. Да-да-да, у нас день рождения. Нам 8 лет. Папа нам позвонил, сказал, что вас внизу ждет большой сюрприз. И вот этим сюрпризом хотим поделиться с вами. Так что берем вас с собой, как всегда. Мы едем на лифте, спускаемся, посмотрим, какой сюрприз нас ожидает. Дочка, не бегай! Подожди! Что? Что там? Какой сюрприз там? Спасибо. Вот такой букетик у меня. С днем рождения! С днем рождения! Что может быть в сумочке? Что это? Смотри, я тебе одним глазиком покажу. Подарок? Ух ты, у меня волшебный пакетик. А в нем лежат волшебные вот. Самое-самое большое желание. Загадай желание. Делан. Папа, иди к нам. Там, наверное, тоже есть. Папа тоже, давайте. Папе? Это волшебный. А теперь на раз, два, три, дуем и загадываем. Музыка! Еще музыка есть у вас, да? Будем еще танцевать? Какие блески!
спасибо, что пришли. Спасибо вам. Какая сегодня хорошая погода, Олесь. Солнышко. Включи, Алан, иди включи. Все. До свидания, до свидания. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Ну вот, девочки, вот наш торт для Малечка заказывали. Тут у нас Лол. Да, кукла Лол, единорожка, да, вот и наш торт. Папа нам заказывал цветы, это для Малечки букетик, шарики, как всегда. Нам же 8 лет, да? С восьмеркой, повернись сюда, помаши всем. Здесь бабочка тоже есть. Бабочка, да, а этот букет для мамы. И шарики. Папа сказал, что это тоже тебе. Вот это мне. С днем рождения! Солнышко, с днем рождения тебя, доченька моя! Счастья, чтобы тебе все было хорошо в этой жизни. Чтобы ты была самая красивая, самая умная, самая добрая, самая ласковая. И стала, была любима нами, и ты нас всегда любила. Мы тебя очень-очень сильно любим. Я вас люблю. Давай. Задувай. Загадай желание. Одно хочу. Одно? Да, большое прям желание загадай. О! С днем рождения, солнышко, доченька моя. Здесь? Здесь, мама? Можно так. Мы хотим для Малечки покупать телефон на день рождения в подарок. Пришли Эльдорадо, смотрим. Вот. Хотим покупать недорогую. Вот. Ну, все-таки ребенок будет в школу ходить. Я скоро, правда, пойду в школу, мне надо телефон и родителям звонить. Да, молодец. Где папа? Сейчас пришли, вот смотрим, не знаем. Вот хочется Samsung брать. Хотя у нас у всех телефоны айфоны, а айфоны дорогие. Смотрим Samsung. Решили взять мы телефон в связном. Здесь нормальная цена за 8. Красный цвет мы взяли. Ну дай ей уж потрогать. Ну и как, дочка? С яблочком хочешь или это возьмем? Это. Даже вот ребенок, да? Цвет красный и все. Давайте. Ребята, мы первый раз телефон. Да, мы первый Алана, раз тебе покупаем. Алану много раз покупали. Нет, мы Алану тоже первый раз покупали, когда он пошел в первый класс. А я тоже и тебе скоро так пойду. Же. Я да. Тоже скоро. Мы для дочки телефон купили. Вот она сидит с своим телефоном. Я смотрю YouTube. Ну ты довольна? Смотрю. Да. Да? А пап, сейчас мы куда поедем? Пицца Фабрика. Вот, наше любимое место, наше любимое кафе. Наконец-то открыли. После карантина. Они открылись, по-моему, позавчера. Вот, мы сейчас едем туда. Там очень вкусная пицца. Сейчас вот папа с нами, нас папа возит, ребята! Мы на машине едем. И первый раз покупали мы телефон. Мы давно хотели, думали, ну вот сейчас в школу пойдет, как раз нам лето, день рождения.
подумали, вот сейчас как день рождения будет, купим ей подарок. Телефончик. И в школу пойдет она. Папе, маме, моему брату буду звонить. Да. А ты брату любишь? Да. Точно? Да. А он где-то, похоже, гуляет сейчас, похоже. И подарок, говорит, тебе купил. Я слышу. Он, да, он едет туда на велике, и мы на машине. И я посмотрю, что он подарит мне. Алан мне звонит, говорит, мама, я ей подарок купил. Вот, не знаю, вот. Посмотрим, что Алан купил для Малечки. Пиццефабрики, и мы и посмотрим. Ну, что детям надо? Пиццу поесть, коктейльчик попить, да? И самое главное, подарок ей купили. Ее долгожданный подарок папа купил. И всех подарков мне нравятся телефончики. Мы пришли, никого нет. Детская комната не работает. Здравствуйте, не работает, да? Ага, понятно. Вот тебе детское меню принесли, видишь? Тут дизайн нам очень нравится. Тут как-то вот уютно. Вот. Папа у нас пошел ручки мыть. Вон девчонки там работают. Папа пришел. Сейчас пойду я ручки помою. Я пойду руки помою, приду. А Малькина заказ принесли. Кетчуп. Это да, кетчуп, это тебе. Папа, открывай этот соус. Не сильно, пожалуйста. А Малька, ты что себе заказывала? Наггетсы? Да, и здесь еще было вот это. Я поукусала, морковь. Мне не понравилось. Не понравилось? Уж наггетсы. Наггетсы, да? Горячие. А что он такого цвета? Это не кетчуп. Это к этому. Это к этому. Это наггетсы. Принесут. Понятно, еще. Это сырный? Да. Спасибо, я думала, это кепуч была. Не надо мне сырное. Или я сырная. Ну ладно, пока ешь так. Горячий? Детские все время заказывали. Их, во-первых, по количеству мало. И они какие-то невкусные. Это непонятно, что это. А вот эти вот, как прямо в Макдональдсе. Вроде это они вот крупные, большие. Угу. Да, дочка? Угу. Половина все и сразу. А это что ты заказывал? Не знаю. Я уже забыл. Забыл. Короче, у нас папа забыл. Вот наши пришли. Кто там идет? Кто наш дед? И Алан, ты купил. Вот тут это. Еще что-то. Фишные. Вот дедушка тебе вот подарочную карту, да? Скажи спасибо дедушке. И тебе спасибо. И тебе спасибо, и мне спасибо, да? А зубы даже здесь. Нет. А где? Все съели. Мы уже второй раз заказывали. Дети все съели. К нам дедушка пришел. Это мужа, отец, свекр мой. Вот. Сейчас еще раз будем заказывать. Да, в принципе, уже заказывали, ждем. А Мальке очень понравились наггетсы. Вот наш дед. Мне дедушка подарил карточку. А в детском мире похоже. Ну, а что ты хочешь сделать? Я посмотрела. Я хочу завтра пойти в детский мир. Мы второй раз заказывали пиццу маленькую. И еще будем заказывать. Наггетсы. Да, вот надо. Второй раз нам принесли наггетсы. Я обожаю. Они очень вкусные. Да, очень вкусные. Сейчас уже поедем домой. Спасибо, что вы с нами. Смотрите нас. И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!
Всем пока-пока. Мы уже собираемся идти домой.